регулировочная, которая давление впрыск определяет, что она нерегулируемая. А вот эту еще один клапан. О, как на заход, да. И все, слушай, все номерное, все притерто друг к другу. И эта фигня тоже с номером. Я знаю, смотрю. 0813, 0813. Да, никто ее не разбирал. Да, пружина, такая, слушай, да, ломовая. Да, понимаешь, это вот вообще жесткость, понимаешь, это чудовищная совершенно. Она. То что смотри, весь комплект фактически, вот обжатие до уплотнения, вот и все. Понимаешь, вот фактически вот и все. То есть вот это все, вот это плотно сжимается, вот этот вот миллиметр выбирает и все. Там кругом металл, да? Никакой резины, пластика. Ничего нету, торцевое уплотнение и все. Я говорю, там какая-то вообще каббалистика, как это сделано. Посвети мне с той стороны. Что ты не увидишь ничего? Ты да, ты не увидишь. Тебе сейчас вспышки подсветят. Подожди, ну дай секундочку. Видишь, я без фонаря смотрел. Ну да, это сначала просверлено, а потом расточено. Но все равно глубина. Самое главное гудь. Космонавт. Я боюсь, ты не снимешь в такой глубине. Ну попробуй, а там посмотрим еще. А ты посвети. Так, на что смотреть? А, вот эти вот отверстия там хитрые. Подожди, а они не сквозные же? Кому не нужны? Они же не сквозные. Они не сквозные, в том-то и дело, что они в паре с иглой сделаны. Mm-hmm. Это для более плавного подъема иглы. Чтобы не было резкой осечки и резкого этого самого. Плавное нарастание. А где игла-то? Внизу. Стоп. Mm-hmm. Потому что нам не надо когти постричь, вообще не мешало. Вообще никак не доберусь до ножниц. А зубы на что? Да. Показать бы следовало. Это как это самое, в сказке ты садись, как говорит, Ванюш, полезай в печь на лопату. Бабушка, покажи, да, как, да, не знаю, не понимаю. Так как ее собираем? И как, да, как она стоит, собирается? Подожди, не трудно. Подожди. На трешечку. А ты можешь ее выложить в одну полоску разобранную? Да, в линию. Как на чертеже выкладывать. На белом, я думаю, лучше. Да, вон она. Листик белый. На красном нормально она получится. Брелок выложить. Ты форсунка, тут на какие-то крошки лежат. Забьется. Нормально. Вот так в длину ее. Прям. Нормально. Или носим рядом, чтобы было понятно, что куда. О, классно. Все, всем пока. Пока, пока. До свидания. От пока слышу. На, смотри, какая хрень. Во. Не, ну надо, не надо, не надо, она это самое, жирная, не надо. Да ладно, жирная, колбасня. У нас есть. Ты на видео снимаешь, как? Да. Ну, она потом сфотографирую. Да, я поймаю, если что. Макросъемка легкая, да? Канаем. Как ужаленные. О, ну, запор. Запор на это. Да, мой, оставайся. Тут все уже оставаются. Все, больше разборных у нее нет частей?